Не могут работать вместе с сайтом. А, ну, а сайт не вывешивают. Ну что опа. Это? Ну это плохо сегодня, блин, приезжаешь. Это неправильно. Ну да, а тебе приезжать из Москвы, да, сюда на два человека, да. Нет. То есть как-то вот. Ну, наверное, да, это да, как-то не очень правильно. Поэтому народ может быть и организация. Не, ну как-то там обычно вас... на этом турнире всегда инфон Валера, там, да. Валера Лунков все время ездил, что-то я не знаю, здравствуйте. Валера как? Не знаю. Ой, по-моему. Я что-то нет, не знаю такого. Может он там 60, не знаю. Ну вот на, и был, наверное, Инкон, вот на Инкон. На Инконе было народу, да, как бы да, так, люди, все этот турнир любят. Вот на Инкон, да. Там все как бы есть, вся информация, поэтому что. А тут есть, ну. Ну да, там как-то и это самое, организация получше, согласен, на Инконе. Ну вот все, вот так, все же элементарно, да? Там есть спонсор на Инконе. Ну, ну какая разница, ну это здесь же, ну ничего не надо, ну ничего не надо. Ну это же просто, сидит девочка, которая сделала две цифры, блядь, и все. Понимаете? Ну в общем, да. Конечно, конечно. Где нет, хотите, вы мне совершенно не мешаете. Нет, по-разному, люди некоторые. Здесь пенечек. И кепку туда не надо. Thank you.
дождик тут всегда присутствует, да. Сейчас да. Еще может и дождь начнет, вот какая стащится. А я об этом ему говорил. Придется полон переходить. А в Женевке так и под куполом играл. Вообще сегодня обещали дождь? Ну был. Хватит. Поехали.
сета, если надо третий, да? Что? Обычный регламент, два стандартных сета, если... Да, наверное. Сейчас говорит, просто не видно. Я показал. Не надо показывать, надо говорить. Наши группы. Да. Потому что здесь фундаментальные. Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. А это кто такая там спорщица-то была? Не знаешь ее? Ну там, которая не спорщица, это... Женщина. Thank you.
метро, турнирная видно сразу. Зачем ты толкаешь их туда, а?
дождик, дождик. Они вот так. Ну будем надеяться, что. Не, ну все может быть, кто спорит. Thank you.
Парить можно? Да. Что-то так. Очень близко, очень близко. Ну не знаю, вот посмотри. Очень рядом. Там просвет есть между. Ты что, Серега, так не сделал? Так не сделал. Я видел, что где-то в районе линии, поэтому... Прошу прощения. Там 3 нанометрона, я их углядел. Ну да, да. 15-15. Я согласен. Да что ты делаешь?
Костя там, да. Иди посмотри. Давай я туда, что там такое?
просто поражает. Ну залетает случайно, Саш. Да, это не так случайно, но второй раз такая пища. Да случайно. Это уже не случайно, это уже второй или третий раз такой случайно. Прям под линию слева. Вообще ветер оттуда дует. Ветер, да, он. Если ветра не было, он, может быть, улетел бы. А ветер его просто прижал. Да, вот там этот мяч-то, я не думал, что он вообще не подпрыгнет. Он просто не подпрыгнул. Я думал, он сейчас подпрыгнет, я спокойненько... Я его еле доставал, поэтому он... Да, ты его здорово запилил, да, и он... Я его не пилил. Вот так вот, да. Раз, и умер просто. Да. Я даже не понял, что это такое было, блин. Ну это вот так вот, когда вот мячик еле догоняешь, ты его просто суешь в ракетку, да, он сам запиливается. Не, да, потому что я так хотел. А потому что по-другому не достать, да? Да, потому что по-другому никак тут не сыграть. А второй ты здорово, короче, не сыграл, там вообще без шансов. Давай, ты же не хотел подавать. Thank you.
Блин, ну ты даешь! Блин, я думал, ты еще нападение идешь. Я в нападение иду, ты же видишь, я не думал, что последний раз отобьет. Там был уже неотбиваемый практически отбит. Да что ж такое-то, я не попадаю нифига, а? Блин, он в линию все время попадает, тут все время чуть за линию уходит, мяч. Восемь. Чуть-чуть за линию приземляюсь выше. Немножко пар спусти там. Не обращай внимания. Остальным всем пунктам пока.
Леха. Только подача одна осталась. 5-5. Я ждал туда опять косово. Решил разнообразить. Да, да, разнообразие, правильно. 43. У тебя удары не сильные, они просто подкручены, тебе летят, блин, ветер еще свою коробку отдает. Правильно, опыт, конечно, в таком ветре только и надо подкрученными играть, не надо сильно, не сильно ничего. Крутил меня сейчас, отправил, так сказать. Опасен даже удар. Вот.
Блин. Ну что ж ты делаешь? Ты кретин, блин, ты в какой-то раз так ошибаешься. Это ведь попал еще и в бугор какой-то попал. Ёлки-палки. Это на питерских тебе везет. Блин, прямо в бугор. Знаете, скачил на лес. Принимай. Так, и не надо делать.
1-5 тысяч подает. Да, да. Ну конечно, ты сейчас подавал. Последняя сюда моя. Ты возьму, да. Да я уже все лишь раз. Ошибки-то все глупейшие вообще, просто подарки, можно сказать. Подарок за подарком. Есть немножко. Саш, дай ключик от машины, что можно взять, пойду поиграю. Молодец, это при чуть-чуть пущи. Вот, 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 откроешь, а это закроешь. А вот это откроешь? Вот это откроешь, а это закроешь. Да, серьезно, короче, закрываешь, а это открываешь. Вовремя пришел у тебя. А? Вовремя пришел твой. Почему? Ну потому что, блин, пришел и все. И сразу 7-1, блин. Талисман, что ли? Когда пока он здесь сидел, я ж проигрывал. Нет, 3-2. Нет. 3-2 я начал проигрывать. Ну, это раз, это проигрывал. Тут что-то прямо это самое. 3-2 ты повел и по этому. Одну калитку сразу пошло 7-1. Ну это ж случай, это все же, блядь. Да блин, я не знаю, это вот ветер дурацкий, я не могу. Ветер, да, ветер мешает. Ты кидаешь просто обычные подкрученные мячи в хавкорт, и ты не можешь к нему подойти нормально, блин. Это точно. Ну ветер он же, блядь. Ударить, я понимаю, что на бою до острова, естественно. Просто как бы, блин, практика какая-то нужна, да. Мы что-то все в основном играем, в основном баллонах. Не достает. Я там в одном клубе играю, так там кругом деревья, там до такого ветра, конечно, нет. А ты здесь работаешь? Не, работаю я здесь, я просто здесь не играю. Я эти корты не люблю из-за этого вот ветра, потому что здесь постоянно ветер. Здесь такого не было никогда, чтобы ветра не было. Да? Все время ветер, да. Это еще не самый большой, это еще так. Не, ну вчера тут вообще катастрофа была. Я тебе и говорю, вот эта катастрофа почти всегда. Это сегодня еще более-менее. А почему я и говорю, что я не люблю здесь играть, если назад не люблю. Что как бы, ну, если ты просто там играешь с кем-то, это ладно, там, ну не на турнир, а так там, побеситься, блин. Там бьешь уже, да и хрен с ним, как говорится. А здесь ты видишь, за каждое очко ведь трясешься, блин, и начинает рука просто выжиматься. Пару раз не попал и поехали. Ладно, сейчас второй сет уже терять нечего. По-другому сейчас. Да, буду лупить просто, нахуй, не доел. Все. Ходишь, ты это трясешься, блин, подкинуть каждый мяч. Как и дурачок. Ни удовольствия не получаешь, один на нервозрёк. Так, слушай, дай-ка я немножко полью, Саша. Давай. Так, ну, а что, вроде ничего. А тут, блядь. Ну смотри. Вот та сторона вообще нормальная вроде. Закатать не будем, а заднюю полю. Слушай, надо, наверное, тогда хоть разнести, потому что там на бугров пустят, и что? Там сольешь, потом будет неровный корт. Не, развести надо. Если поливать просто, надо развести это. Ну давай, я немножко хочу. Потому что... Да, согласен.
один, что ли, да?
Ну супер, Саша! Поехали! Пока не выход, сейчас видим. Пока не выход, да. Видим солнце, он мешает моментально. Так. Я подаю, да, первый? Так, подожди, я с той стороны, с какой? Я с той подавал, да, или я с этой? Я с этой подавал, ты с этой подаешь. А, все, вижу, да. Замахнуться, ветер уже его сюда приносит. Да, стой. Второй.
Thank you.
2-2. 0-0. Что это такое-то, ну? Thank you.
конечно, уже летает, мне кажется, что он начинает его то ли останавливать, то ли куда-то в сторону сносить. Блин, я не могу как-то никак сделать. Ощущением попадал, блядь. А так сейчас посмотрим, да. Просто я хотел найти в порте мяч, в порте я его не нашел. А вот, вот видишь, вот этот слезик. Да, куда мне надо попадать? Я не думаю, что он там далеко улетел. Он прям упал прям в линию. Не-не, Саша, это вот что, ладно. Я просто почему замешался, потому что я
Посмотрим, да? Шаг на мяч не сделал, стоишь и ждешь пять. Саш, мяч. Такое, а? Невозможно при этом ветре играть. Все мячи уносят и все. Просто уносят. И туда уносят, на рыбок уносят. Все, вообще. Ветер спалил в угол. А, вот он! Thank you.
Ну!
можно слева хоть пацан. Да, в противоход. В противоход прямо здорово. Да, всем было. Да, видишь. Чуть побольше практики. Хорошо вообще подходишь к вещу и управляешь. Out.
конечно, против ветра, но куда так отвечал. Не могу я сантиметр. Раз пытался, не полез. Да, берет свой опыт в разных, наверное, условиях, да, игры, блин, просто. Я тебе скажу, что не самое любимое мое покрытие. На улице песок, я это не цеплять. Мне надо быстрые корты, блин. А быстро в кортах, если ветра не было, не знаю. Смотрели бы, почему. Здесь как раз ветер, вот именно он мешал бы. Там у тебя перекрученные мячи, и так тебя отскакивает, непонятно. Вот эти ветер, Я смотрю, вообще не играешь. Я посмотрел, ты там только в Питер играл в 14-м году. Я вообще не играю. Я никакие, при том, не только ветеранские, я вообще никакие турниры не играю. Это просто меня уже Юрий Арнольдович говорит, да, ну сыграй хоть свой турнир-то. Сыграй, я говорю, блин. Ну ладно, давай. Давай, блин. Понятно. Поэтому меня тут подклинило, опыта нету. Я вижу, что ты боец опытный, ты каждый мяч не отдашь мне, просто так мяч просто не отдашь. А я столько подарков подарил. Пытаешься изобразить, а в итоге получается хуже. Ладно. Так, конечно, надо это самое, если этим заниматься, надо играть постоянно как-то вот это все. Хотя бы какие-то другие турниры, может, не обязательно ветеранские, но какие-то надо играть. Я тебе должен сказать, какие другие? Тоже ветеранские и остаются мне. Нет, ну любые там. Нехер выходить. Нет, ну любые там другие какие-то, вот там есть же всякие клубные турниры, там тоже какие-то соперники, и тоже можно с кем-то поиграть. Потому что когда вот такая обстановка, вот это я с тобой как бы не справился. Нет, ты играешь-то здорово на самом деле, очень, очень надежно.
просто, в принципе, я сам с собой как бы не справился. И да, я... видно было, что где-то чуть-чуть там, да. где-то немножечко не перестало получаться, и я сразу начинаю, ты начинал немножечко тухнуть это, сразу, да. Да-да-да, что-то. Были у меня такие всплески, когда вроде, да, вроде казалось, что вот сейчас все пойдет нормально, потом бах, опять какая-то маленькая ошибка, и я опять начинаю затухать. У тебя сын справа, блядь. У меня справа проблема есть. Локоть сильно прижимаешь. Есть, чуть-чуть пошире. Есть блядь. Проблема. Не, локоть это нормально, как бы. Просто там есть проблемы с выносом руки. Локоть это в принципе, не зря так говоришь на самом деле. Не, у тебя прижат локоть. Вот даже последний мяч, когда ты ошибся, вот здесь вот, да, ты вот вышел, пошел в него, у тебя локоть прям, ты не смог. Так а я потому что подошел-то к нему, у меня близко было, поэтому. Ну да. Вот. Я пытался его прижать, а он уже больше не прижимается. Ну ладно. Я ошибся с подходом. Ну, правильно, подход, поэтому заузил. У тебя-то видно, у тебя подходы такие четкие, как бы, ты уже знаешь свою точку четко, уже ты подходишь просто раз и направляешь его куда надо, и все. У меня-то, видишь, у меня-то проблемы с подходом, проблемы там есть с выносом руки, с точкой удара чуть-чуть есть проблемы справа. Поэтому, как бы, вот эти все... А ты знаешь, как вот это мышцу зовут? Кого? Правый сильник. Аганов Серега. Серега? Арканов? Аганов Сергей. Аганов. Ну, он вообще-то он полковник. Полковник? МЧС, да. Ну, его, вообще, по-моему, его, он же это самый не русский. А я так понял, что мы уже закончили. Да. Ну, его все Сергей зовут. Ну, я меньше ошибался, чем Саша. Стабильности больше, да. Стабильность победила. Спасибо. Ну, я боролся. Тайбрейк 6-4, ну как мог побороться, что ли? Не, ну это хорошо. А сколько меня хватило? 6-4, это очень хорошо. Ну, сколько хватило, сколько хватило. Вот этими? Что, мячи там сдавать надо, что ли, еще раз? Проиграю сразу. Это, блядь, пара вечером куда-нибудь засунуть в последний день. Не хочу. Тем более я записал на машину, стал 6-го. А Феникс 6-го? А кто у тебя следующий посмотрел? Дмитриенко, Хамедов, нет? Кто-то на Хэ. Или Хамедов, или еще один. Нет, там не Хамедов, там на Хэ. Харкевич, что ли? А, Харевич, Харевич. Харевич. Или Харевич, или Харевич. Харевич. Харевич получше, чем Хамедов. Ну ладно, спасибо, Саш. В принципе... Так, ну ладно.
Начался здорово, быстро и дотягивал. Потом начал играть медленно. Типа, как бы ты хотел вытягивать. Да, но его это... Ну, это лишний достаточно медленно.